Вот, тема такая достаточно сложная, да, поэтому, возможно, у кого-то не с первого раза дойдет, если вы первый раз на таком вебинаре. Ничего страшного, существует много разных записей, и несколько раз их можно посмотреть. Вот то же самое, в принципе, было у меня. Вот, ребят, есть новички у нас на вебинаре? Есть ли новички? Если вы новичок, однерочку, пожалуйста, тоже поставьте внизу, да, где написать сообщение, чтобы я понимал и, собственно, акцент на вас буду ставить. Потому что кто уже не в первый раз, да, на маркетинг-плане, те уже, ну и слайды, в принципе, видели, потому что слайды, да, всех практически одинаковые. Первый раз вы, да, ребят, на маркетинг-плане? Или вообще в первый раз? Ага, Александр, Руслан, Сергей, Анастасия. Ну, ребят, будем с вами знакомы. Да, меня зовут Михаил, в бизнесе с компанией Reflame, мы вместе с супругой с Татьяной, на фотографии вы нас видите. Маркетинг-план – это, можно то же самое сказать, что это бизнес-план компании. То есть то, сколько компания выплачивает денег за нашу проделанную работу. Вот. Сейчас об этом подробно поговорим. И если, сразу просьба ко всем, если вопрос какой-то возникает, да, сегодня будем работать в диалоге, потому что да, буду у вас спрашивать, понятно, непонятно, будем считать. Поэтому сразу же, пожалуйста, приготовьте калькуляторы, да, если есть отдельные, хотя сейчас, наверное, все в мобильных телефонах, вот, чтобы под рукой были. Ну и лучше, чтобы ручка с листочком была, потому что, тем не менее, посчитаем. Для того, чтобы понять, нужно самому все это просчитать. Вот. Договорились? Тамару тоже не знаю, тоже, наверное, не так давно. Вот, я думаю, договорились. Да, сейчас будет у вас немножко время, чтобы все приготовить. Обязательно приготовьте, потому что это потребуется. Из этого никуда. Чтобы сегодняшнего вебинара, да, постарайтесь уйти, ну, с пониманием того, как и сколько компания выплачивает, чтобы ответы были на все вопросы. Потому что часто говорю, что да, Reflame платит там примерно 10% товарооборота, то есть какие-то средние цифры. Но когда недавно, ага. Вот, но когда сталкиваемся мы с людьми, которых мы приглашаем, да, в бизнес компании Reflame, в нашу команду, в партнерство, и люди, конечно же, задают хорошие, сложные бывают вопросы. Что, сколько конкретно компания выплачивает, за что она конкретно платит деньги? Если мы не знаем четкого ответа, да, то это от этого и зависит, придет к нам человек или не придет, возможно, даже. Да? То есть нужно четко понимать, откуда все это берется. Вот, поэтому давайте сейчас поехали мы с вами, да, по слайдам. Не буду спешить, хотя быстро обычно говорю, но постараюсь так внятно, не спеша, и, пожалуйста, тоже обратную связь мне давайте. Ладно, буду спрашивать там либо плюсики, либо циферки. Пишите. Вот. Ну, итак, план сегодняшнего вебинара. Да, поговорим про основные понятия, которые нам сталкиваются, будь то в каталоге, будь то в чате какую-то информацию вы читаете, изучаете, ну, будь то маркетинг-план. Да. Второе – это как формируется доход, рассмотрим, на примерах все это посмотрим, да, на картинках, просчитаем. Ну и, собственно, отвечу на ваши вопросы и после вебинара, да, какие вопросы будут. Можете и по ходу вебинара задавать, либо после вебинара. Вот. Ну, смотрите, основные понятия, да, по ценообразованию. Вот, вглядитесь, ребят, вот в этот слайд, пожалуйста. Ну, смотрите, что хотелось бы здесь сказать. Существует стоимость продукта. Да, компания Reflame – это шведская компания, которая сама производит огромное количество разных продуктов. Да. У компании Reflame существует электронный каталог, бывает бумажный каталог, и понятно, что есть своя ценовая политика. Да? То есть есть цена, и вот здесь, как вы видите на слайде, да, есть потребительская цена, которая наверху показана, 120%, и дистрибьюторская цена для партнеров. Что это за цены такие две разные? Да? То есть компания Reflame существует несколько видов возможности заработать деньги. Да, то есть какие? Некоторые люди к нам приходят в партнерство, да, это работать, развивать бизнес, работать именно по маркетинг-плану. Вот, приходят также люди, которых интересует немедленная прибыль, немедленные деньги.
И вот, собственно, для этого именно и две разных вот этих сценария. И опять же, да, то есть человек может в компании Oriflame купить что-то, увидев в каталоге. Вот. Для этого человека, который в компании Oriflame не зарегистрирован, стоимость продукта будет 120%. Да, то есть потребительская цена, это которая цена, которая указана в каталоге. Если каталог у кого-то рядышком, да, новички, вот с новичками сейчас буду, да, разговаривать, возьмите каталог, посмотрите, там одна цена. А, так как вы все на вебинаре сейчас, то есть вы в компании у нас в команде зарегистрированы, для вас будет скидка от цены в каталоге 20% для начала. Да? Просто скидка за то, что мы зарегистрировались. Компания дает скидку 20%. То есть для нас эта цена уже дистрибьюторская. 100%. 100%. Я думаю, это понятно. Немедленная прибыль как раз-таки это разница между потребительской ценой и ценой дистрибьюторской. 20%. Это те комиссионные, которые может заработать человек, который пришел в компанию Oriflame и занимается, собственно. И занимается непосредственно и нацелен на продажу. Ну, не обязательно нацелен. К примеру, если у вас появился какой-то кандидат, который хочет в компании Oriflame что-то приобрести, но он не зарегистрированный, да, вы можете дать этому человеку, собственно, каталог, и он у вас, через вас, да, сделает заказ, то есть заказ вы проведете через свой личный кабинет и отдадите человеку по цене, которая указана в каталоге, собственно. Да, и тем самым получите вот эти медленные прибыли, эти 20%, которые положите в карман. Да, ребят, я думаю, это понятно. То есть это касательно немедленной прибыли. Существует еще определенные циферки здесь, да? То есть дистрибьюторская цена, цена для партнеров 100%. Из нее еще отделяем еще один отрезок, да? Отрезок 30%. Это две большие категории, две большие выплаты, о которых мы с вами тоже сегодня подробно поговорим. Она называется объемная скидка, да? Это 22%, и бонусы 8%. То есть понятно, что в цене каждого продукта вложена стоимость, да, объемная скидка для тех людей, которые участвуют в продвижении продукта, да, на выплату, и бонусы определенные, о которых мы сегодня поговорим. Вот, ребята, вот это понятно, новички. Да, с старичками, я думаю, конечно, понятно. Новичкам самое главное, чтобы было понятно, откуда все берется. То есть это, если взять отдельный конкретный продукт, у нас 100%. Цена по нему, да, по которой мы покупаем со 100% ценой. И в эту стоимость уже включено 30%, 22% из них идет на объемную скидку, на выплаты, да, это доходы людей, которые работают. И 8% это бонусы, то есть две такие большие категории. Понятно. Остальным тоже понятно? Идем дальше. Тамар, приготовили калькулятор или телефон? Ага, понятно, Руслан. Ну, отлично. Основные понятия, с которыми мы вообще сталкиваемся и по бизнесу, по работе, в каталогах, вебинарах, на чатах. Да? Многие новичкам это тяжело понять, но, ребят, придется разобраться, в принципе, да, не какая-то высшая математика. Вот, просто вспоминаю себя тоже несколько раз, наверное, пересматриваю. Основные понятия. Очень важное такое понятие – это балл бонуса. Многие слышали, многие видели, опять же, в каталоге. То есть написано, да, какая-то цена на продукт и написано там, 35 ББ. Да, балл бонуса, бонус балл. Что это такое? Бонус балл, ну, смотрите, компания Oriflame – это компания международная. Да, компания Oriflame работает более чем в 60 странах мира. И мы с вами можем приглашать людей из других стран. И понятно, что в каждой стране своя какая-то валюта. У нас это рубли, на Украине это там, да, гривны и прочее. То есть в разных странах своя какая-то валюта. И для того, чтобы для удобства, собственно, и нашего, и для удобства компании, чтобы все эти, да, партнеров у компании много, собственно, мы в России, кто-то на Украине, кто-то в Беларуси, чтобы все это считать было удобно, да, там активы, пассивы, дебеты и кредиты, компания ввела вот такой условный цифровой показатель,
который присваивается каждому продукту компании Replay. У каждого продукта есть своя цена бонус-баллов. Вот. И, собственно, ребята, бонус-балл – это валюта и показатель, который не совсем стабильный, да, то есть он не то чтобы даже не стабильный. Ну, он на разные продукты компания дает разные бонус-баллы. То есть есть продукты с высоким бонус-баллом, да, за которые компания дает высокое содержание бонус-баллов, содержание. И есть те продукты, за которые компания дает меньше бонус-баллов. Вот. Много бонус-баллов это на белую косметику, там крема, да, категория Wellness Knowledge. И наиболее низкое количество бонус-баллов компания Reflame дает, к примеру, на аксессуары. Вот, я думаю, это тоже понятно. Один бонус-балл, он равен примерно, ну, средним, да, буду говорить, все цифры сегодня будут, ребят, приближенные в среднем. Да? Примерно часто мы говорили 40 рублей, сейчас говорим, что примерно 52 рубля. То есть будем вот этой цифры придерживаться в дальнейших, да, для того, чтобы считать было понятно. Вот. Еще такое важное понятие – это объем продаж. Объем продаж или товарооборот. Как вы понимаете, компания Reflame нам платит деньги за создание групповых товарооборотов. Любая компания заинтересована в реализации своей продукции. Ну, собственно, Reflame это не исключение. Да? Компания может предлагать либо услугу, либо предлагать какую-то продукцию. Да? А Reflame компания, которая уже давно работает, которая проверенная временем, и это гигант, производитель, то есть компания Reflame сама производит средства гигиены, продукты здорового питания, витамины, то есть много всего, около 1000 наименований продуктов. Вот. И компания, конечно же, нацелена на реализацию своих продукций. Да? И чем мы, собственно, занимаемся? Мы занимаемся созданием товарооборотов для компании, за которые она нам платит деньги. Вот. То есть объем продаж – это совокупная стоимость всех реализованных товаров в рублях. И учитывается здесь только дистрибьюторская цена, то есть цена зарегистрированного консультанта. Вот. И, собственно, от объема продаж и считается объемная скидка. От дистрибьюторской цены и считается объемная скидка, а не от цены в каталоге. Вот. Здесь тоже пока ничего нового, да, в принципе, все понятно. Вот. Идем дальше. Да? Товарооборот и личный товарооборот. Групповой товарооборот и личный товарооборот. Что такое личный товарооборот? Многие слышали такое понятие ЛТО, в чатах пишут, да? То есть это личный товарооборот. Это количество начисленных балл-бонусов на ваш номер консультанта за каталог. То есть каталог у нас идет 21 день, и балл-бонуса, да, личный товарооборот, это количество баллов, которые нам компания дает в течение одного каталога, в течение 21 дня. То есть те продукты, да, то количество, которые мы купили лично, да, личные какие-то покупки, личный товарооборот, поэтому так называется. Напротив, групповой товарооборот – это сумма личных товарооборотов всех партнеров вашей персональной группы, ну, так скажем, вашей команды, вашей организации. Да? То есть личный – это количество личных бонус-баллов, которые вам, да, дается. И групповой – это сумма личных товарооборотов всех партнеров вашей персональной группы. Плюс здесь же ваш личный товарооборот. То есть тех партнеров, которых вы пригласили, они что-то купили для себя. Плюс, что вы купили для себя, это тоже сюда плюс. И получается вот это групповой товарооборот. Персональная группа что такое? Персональная группа – это вся ваша структура, организация, команда, за исключением 22% групп. Об этом тоже сегодня поговорим. Нужно это просто запомнить. Это тоже понятно, наверное, да? Вся ваша структура за исключением отделившихся 22% групп. 22% группа – это директорская группа, директорская структура, уровень директора. То есть это такая ячейка, которая работает самостоятельно. И когда человек, да, определенный товарооборот доходит до порядка 230-250 тысяч рублей, компания вам присваивает квалификацию, да, то есть вы 22% группа, директор, и уже она уже не идет в вашу персональную группу. Да, если смотреть. Ребят, вот это тоже, наверное, понятно. Здесь тоже пока вроде бы ничего сложного нет по цифрам, цифр нет никаких. Понятно?
Пишите, пожалуйста. Или пока абстрактно. Ну, сейчас на деле, наверное, будет понятно. Да? Вот. Поехали дальше. Объемная скидка. Да? Что такое? Часто сталкивается объемная скидка. Вот смотрите, такая табличка. Да? Групповой товарооборот в бонус-баллах. То есть, если в вашей организации товарооборот групповой, да, от 150 до 449 бонус-баллов, то вам присылается квалификация консультанта 3%. Да, объемная скидка 3%. Если ваш групповой товарооборот от 450 до 899, да, то есть в рублях это от 23 тысяч примерно, да, то вам присылается квалификация консультанта 6%. То есть это такая лестница успеха, карьерная лестница компании Reflame, в соответствии с которой, да, компания выплачивает собственные доходы. Да. Если от 900 до 1799 вы консультант 9%, 1800 до 299 12%, 3000 до 4999 вы 15%, 15%, да, вы менеджер 15%. Если от 5000 до 7499 вы уже, да, находитесь на квалификации менеджера 17%, и если 7500, вы уже 22%, да, или директор 22%. Вот. С этим все понятно, да? Давайте спрашивайте вот пока, что непонятно здесь. Понятно, да? Кто еще? В чате много людей, давайте вопросы, ребят, задавайте. Или хотя бы там пишите плюсики, если понятно. И я буду дальше так делать. Давайте я подожду вашего. Понятно. Угу. 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 Так, отлично. Так, идем дальше. Что такое премьер-клуб? То есть, смотрите. Наша задача, как партнеров компании Reflame, научиться организовывать личный товарооборот. Да? И в зависимости от того, какая сумма личной покупки, да, понятно, что компания Reflame готова готова предоставлять большие скидки для тех людей, которые делают большие заказы, да, для того, чтобы их стимулировать. Да? Ну и, собственно, скидки и доходы. Личный товарооборот 100 бонус баллов, если вы лично организовали. То есть, если возьмем, да, что один бонус балл это 52 рубля, то есть, если ваша личная покупка на 5000 рублей, к примеру, да, средняя цифра, ребят, то, во-первых, у вас, как у консультанта зарегистрирована, скидка на всю продукцию будет 20%, да, вы уже участник премьер-клуба, да, собственно, потому что заказ уже достаточно большой. У вас имеется доступ к специальному буклету «Премьер-клуб», льготный набор из 8 каталогов за 189 рублей. И вы получаете здесь уже бонус «Премьер-клуба» 5%. То есть, если организовали личный товарооборот на 100 бонус-баллов 5000 рублей, то вам предоставляется скидка 5% с личного заказа, да, с личной покупки. Вот. Это касательно 100 бонус-баллов, да, заказа. Если ваш личный товарооборот и личная покупка на 150 бонус-баллов, этому нужно, ребят, тоже научиться. Мы, собственно, этому тоже, да, обучаем на вебинарах, рассказываем, как нужно делать личный товарооборот. Вот. Что здесь? Во-первых, человек получает скидку 20%, да, на покупку. У него тоже остается доступ, льготный набор, да, доступ к специальному буклету. И опять же, здесь идет бонус премьер-клуба 5% он получает, и уже получает объемную скидку. То есть уже получает фактически это доход, да, это фактически зарплата, объемная скидка 3%. Вот. Получает скидку 50% на любимый продукт. То есть делать 150 бонус-баллов, научиться делать 150 бонус-баллов не обязательно личной покупкой, а организовав его, да, то есть найти в своем окружении там 3-4 человек, которые что-то у вас купят, да, к примеру, по каталогу, а вы заказ делаете через свой личный номер, вы получаете уже и обратно вот такие скидки. Да, такие, это хорошие деньги, если посчитать по цифрам, это уже
достаточно хорошая такая скидочка, приятная очень. Вот. Если ваш заказ с личного номера 250 бонус баллов, то вы получаете уже бонус премьер клуба 10%, да, уже тоже в два раза больше. Объемную скидку 3%, то есть если вы только пришли, только научились организовывать, да, сделали свой личный заказ, получаете объемную скидку 3%, скидка 50% на любимый продукт, и уже это премьер-клуб Platinum, да, то есть вы участник премьер-клуба Platinum, доступ к одному специальному предложению в каталоге, да, там купи 4, заплати за 3, возможность получить часы, там тоже определенные есть условия, возможность участия в территориальном закрытом фуршете и участие в закрытых ежеквартальных онлайн-семинарах. И вот такой сразу вопрос, да, так как мы разговариваем о бизнесе, да, мы не просто так, мы не просто потребители с вами здесь, да, мы пришли обучаться. Как вы считаете, вот именно к новичкам обращаюсь, как будет вам проще сделать, да, чтобы выйти на директора? Да, там, директор – это человек, который организовал своей командой товарооборот для компании примерно 200, 250, 230 тысяч рублей. Сколько вам удобнее будет человек пригласить? Большее количество или меньше? То есть для того, чтобы выйти на директора, по сути, да, нужно примерно 40 человек, которые делают заказ 150 бонус баллов. Всего 40. Да? Либо нужно найти 200 человек, которые будут делать заказ по 1000 рублей. Кого будет проще найти? Конечно же, да, это не больше количество, а меньше. Проще найти небольшое количество людей и научить их делать личный товарооборот на 150 бонус баллов, потому что компания, опять же, предоставляет скидки. То есть это выгодно. Вот. Это понятно, да? Вот. У нас тоже большое количество участников премьер-клуба Platinum. Вот, тоже люди, которые делают 250 бонус баллов, это заказы примерно личные, да, на 10 тысяч рублей, достаточно большие заказы. Как вы понимаете, да, человек покупает, ну, не всегда, наверное, себе на 10 тысяч, да, а просто научился организовывать свой личный товарооборот. То есть окружение покупает через него. Вот, вот таким вот образом. Идем дальше, да. С этим тоже, я думаю, все понятно. И непосредственно сейчас будем говорить, как формируется доход. Вот смотрите сверху, да, табличка. То есть 3% это 150 бонус баллов групповых, 6% это 450 бонус баллов групповых, 9 это 900 бонус баллов групповых, 12 1800, 15 3000, 18 5000, 22 это 7500 групповых баллов. Ну и сейчас, конечно, нам уже понадобятся с вами калькуляторы. Вот поэтому берите. Мы с вами сейчас что будем считать? Да? Как мы с вами говорили, групповой товарооборот – это сумма личных товарооборотов, да, плюс товарооборотов вашей персональной группы. Давайте мы с вами первый вопрос, ребят. Сколько баллов по группе и какой уровень у каждого партнера, вот которого вы видите? На скольких процентах находитесь вы, да, наверху с личным товарооборотом 250 бонус баллов. На скольких процентах находится Костя? У него организован личный товарооборот 150 бонус баллов. На скольких процентах Маша, Леша, Ира, Валя, Света, Миша? Вы видите, что у них организованы личные, да, личные заказы, личные покупки. На каком процентном уровне они находятся? Вот такой вопрос. Давайте. Костя, на каком процентном уровне находится? Пользуйтесь вот теми цифрами, которые наверху черным написаны. Вот. Давайте, какие варианты, ребята? На каком процентном уровне находится Костя? Смотрим в цифры, смотрим, что у Кости личный товарооборот 150 бонус баллов. Да, все правильно. Он находится на 3%, да? Он консультант 3%. Какой доход? Все правильно. Какой доход он получает, ребят, на этом уровне? Немножко вперед забегу. Костя получает 3% от личной покупки. 3%. То есть на каком процентном уровне находится, такую сумму он и зарабатывает с личного товарооборота. Этот момент понятен, дальше он будет там, тоже коснемся этого. Да? Маша на каком процентном уровне? У нее тоже 150 бонус баллов. Да? Она на каком процентном уровне? Маша. Что-то здесь изменилось или нет?
Совершенно верно. Ничего, собственно, не изменилось. У нее тоже личный заказ на 150 бонус-баллов, точно так же, как у Кости. Она тоже является консультантом 3%. Она здесь зарабатывает 3% от своего личного товарооборота. То есть это сколько? 150 бонус-баллов, да, умножаем на бонус-балл 50 рублей. Давайте вот посчитаем, сколько там получится. Ребят, сколько можно здесь заработать? Это начальный уровень, прям самое-самое начало, когда человек только пришел, да, даже еще ничего не понял, а уже зарплату получает. Сколько здесь получает Маша? Какую она зарплату может получить? Так, что так? Так, еще варианты. То есть нужно 150 умножить на 52. Это получается личный заказ у нее на 7800, да? И взять, так скажем, 3% от этой суммы. Параллельно. Сколько получается? Сколько, ребят, получается? Сколько Маша получит доход? Да, все правильно, Руслан. То есть 3% от личного заказа, да, 234 рубля, да, казалось бы, да, небольшие деньги, вообще для чего это все? Дальше сейчас вы поймете, да, что это только самое-самое небольшое начало, это такая скидка, которая возвращается, и, собственно, 234, если говорить про скидки и про доход, да, на этом уровне, то есть Маша получила 3%, да, 234 рубля. А плюс у нее 5% скидка по премьер-клубу. Да, то есть это тоже можно посчитать. И там циферка уже будет побольше. Да, это самое-самое начало. Хорошо, с этим разобрались. Да. Понятно, что Миша, да, у него личный товарооборот 250 бонус-баллов. Он тоже находится на 3%, да, потому что не хватает ему до того, чтобы выйти на 6% бонус-баллов. Тогда такой вопрос следующий. Сколько здесь общий групповой товарооборот, ребят? Вот этой вот структуры. Вот, ну, чтобы посчитать, нужно все это сложить всех, да? То есть групповой товарооборот – это сумма личных. Посчитайте, пожалуйста, сколько здесь общий групповой товарооборот вот этой команды будет, этой организации. Я тоже с вами посчитаю. Потому что я не считал. Сколько получается? Так, мнения разошлись. Руслан говорит 1150. Руслан, видимо, кого-то не посчитал. Анастасия говорит 1400. Есть еще варианты у кого? Сколько здесь групповой товарооборот у вас? То есть вот вы наверху, и вы пригласили, да, зарегистрировали первый уровень себе партнеров, да? То есть вот написано «мы». «Мы» – это вы, да? Вы зарегистрировали Костю, Машу, Лешу, Иру, Валю. Это вся ваша команда, ребят. И эти люди начали что-то себе покупать. Начали, научились организовывать личный товарооборот. Какие еще мнения? Руслан понял, в чем ошибка, что не посчитал? Тамар, сколько думаете здесь будет? То есть складываем сумму личных товарооборотов здесь. Да, всех. 250 плюс 150 плюс 150 у Леши, у Иры, у Вали, у Светы и у Миши. Так, Тамара что-то не дает свой ответ. На самом деле у меня получилось тоже 1400. 1400 бонус-баллов здесь. Я думаю, что поняли, откуда здесь берется. Сложили все вместе. Да? Ну и, собственно, на каком вы уровне находитесь, если вот у вас такая команда людей, которые делают свой личный товарооборот, ребят? На каком вы уровне? 1400. Смотрите наверху, на каком вы уровне. На каком уровне вы находитесь, если у вас по команде 1400? Руслан, не понял? Ага. Так, еще кто как думает? Еще мнение.
Ну да, все правильно, да. 1400, соответственно, пропорционально видим, да, на 9% человек, у него товарооборот должен быть от 900 до 1800. То есть на 9% вы находитесь, да, вот с такой командой, с таким количеством товарооборота. Ну, собственно, вы, ну, это дальше, да, пойду. Сейчас вот слайд перенесу. Вот, вот ответ, да, 1400 бонус баллов. Так, что еще? Что еще здесь? Так. Сейчас думаю. Так, давайте вот следующий слайд, да? Следующий слайд смотрим. Смотрите, здесь уже немножко другие цифры, да? То есть вы видите, что у Кости, Костя как организовал сам свой личный товарооборот, так и научился, собственно, приглашать партнеров. Научился приглашать партнеров, обучать их, эти партнеры делают какие-то покупки, тоже организуют свои личные товарообороты. Да? Вот наша задача – это приглашать людей, да, научиться приглашать людей. Вот. Ну и, собственно, эти ребята научились это делать. Пригласили каждый по своим каким-то знакомым. Да, вот такие облачка, да, написано ПГ-50, ПГ-350. Это персональные группы, то есть это большое количество людей, таких же кружочков, просто так ребятам нарисовано здесь. Вот. Так. Давайте теперь посчитаем, да, посчитаем и, собственно, посмотрим, на каком уровне находится Костя. Как мы это будем считать? Смотрите, на каком уровне находится Костя? У него свой личный товарооборот 150, и у него есть партнеры, то есть персональная группа, которые делают, ну, общие, да, сумма там 50 бонус баллов. На каком он процентном уровне? Давайте еще раз закрепим примерно такого же плана вопрос. На каком процентном уровне находится Костя? Еще варианты. Так, хорошо, все верно. То есть он на 3%, да, то же самое. На каком процентном уровне находится Маша? У нее 150 личных, да, она заказ сделала 150 личных, личного номера. И у нее в персональной группе на 350 бонус баллов в целом. На каком она процентном уровне? Да, все правильно. То есть у нее 500 общих групповых, да, 500 товарооборотов, она на 6%. Вот. Здесь тоже понятно. Дальше. Леша на каком процентном уровне? Леша на каком процентном уровне? У него своих 150 и 850 в персоналке, так скажем, да, персональная группа. Угу. Все правильно, на 9. То есть понятно, да, как считать стало? Ирина на каком? У нее 150 личных плюс 1800 в персональной группе. Ирина на каком? 1800 плюс 150. Угу. Еще кто как думает? Саша, а вот вы пишете 12-13. Это что значит? То есть, смотрите, процентные уровни это четкий процент, который компания выплачивает за нахождение на этом процентном уровне, так скажем, да, карьерной лестнице. То есть на 12% ваш товарооборот групповых баллов должен быть от 1800 до 3000. Если у вас 2000, 2100, 2500, 2300, то он вот в этом интервале, то есть вы консультант, вы менеджер 12%. Здесь, собственно, 1850 плюс 150, да, получается, что вы менеджер 12%. 12%. Дальше, Валя. Валя на каком уровне? У нее вон сколько? 150 личных и еще в персональной группе 3850. Сколько здесь? Она на каком процентном уровне? Да.
Да, все правильно, парни. Ага, и Настя тоже молодец, парни, хотел сказать, молодцы. Так, идем дальше. Света на каком процентном уровне? 150 личных и персоналка, персональная группа 5850. На каком она процентном уровне? Правильно. Так, ребят, а дальше? Смотрите, дальше такой вопрос. Да, Миша? У него личный товарооборот 250 бонус-баллов, то есть он участник премьер-клуба Platinum, да, со всеми соответствующими скидками. Да, скидка по премьер-клубу у него 10%, объемная скидка 3%. А на каком он процентном уровне здесь? То есть здесь как считаем? Да, все правильно. Нет, а как 18-то? То есть, смотрите, все, что начинается с 7500 бонус баллов групповых, это уже 22-процентная группа. И смотрите, да, то есть 22. Все правильно. Давайте теперь посчитаем здесь групповой товарооборот ваш. То есть вы, это вот мы с товарооборотом 250 бонус баллов наверху. Давайте посчитаем этот товарооборот групповой. Сколько у вас здесь групповой товарооборот? Ну, и в баллах, и можно и в рубли все это перевести, чтобы вам было более понятно. То есть складываем. Давайте считаем и потом посмотрим, сколько. Так. Сколько? Есть какие-то уже мнения? Так. Как у вас там много получилось? Ну, смотрите, как здесь нужно посчитать, да, чтобы понять групповой товарооборот. Групповой товарооборот, как мы уже с вами говорили, да, это сумма ЛТО, то есть личных товарооборотов. Сумма вашего личного товарооборота, да, 250. Сумма ЛТО вашей персональной группы и минус группа, которая находится на 22%. То есть ее мы здесь не считаем, потому что, как мы с вами говорили, что 22% это такая ячейка, которая работает самостоятельно, да, и, собственно, она вам не идет в персональную группу. Мы ее не учитываем. А вы здесь посчитали, да, то есть, я так понимаю, вы посчитали, сложили ее сюда. Здесь нужно из этой цифры, которая общая у вас получилась, да, у кого? А минус 7850 и минус 250, потому что это директорская структура. Может быть, я тут обсчитался, у меня получилось 13 с небольшим бонус баллов тысяч. Кто правильно посчитал? То есть сложить все и вычесть 7850 и вычесть 250. Это 22-процентная группа, которую мы здесь не считаем. То есть это не ваш товарооборот, не вашей персональной группы. Понятен вот этот момент, почему не считаем? Да, 13 950. У меня тоже так же получилось. Все правильно, Настя, спасибо. 13 950. То есть директорскую группу мы здесь не берем. Но смотрите, часто слышим такое понятие, да, пассивный доход. И, собственно, компания Reflame, она готова платить и за выращивание ваших директорских групп. То есть, к примеру, вам, вот вы, да, вы пригласили своих партнеров. И вы получаете определенный доход. Сейчас мы о нем поговорим, будет прям слайд, вам будет понятно. И каждому из нас выгодно, чтобы каждый из вас рос, да, рос по лестнице успеха.
И нам выгодно, чтобы вы больше зарабатывали, да, вам выгодно, чтобы у вас партнеры больше зарабатывали, да, чтобы конечным итогом это является человек сначала консультант, да, потом менеджер, потом менеджер 12%, 15%, 18%, и потом он выходит на 22%, на 22% это директор. И вот с этого момента, да, компания Reflame тоже платит деньги. Вот, а какие деньги, мы с вами вот сейчас через слайд перенесли, я вам об этом покажу. Да, как. То есть нам в любом случае выгодно обучать наших партнеров, да, не просто приглашать, нам выгодно их обучать, причем выгодно обучать их всех, чтобы они все росли, чтобы они все зарабатывали хорошие деньги, да, и чтобы они все в конечном итоге становились директорами. Почему выгодно, об этом мы сейчас дальше с вами. Вот, с этим разобрались, да? Идем дальше. Ну, это, собственно, ответ, да, на вопрос. Сколько баллов по персональной группе? Да, это мы уже посчитали. Вот. Идем дальше. Так. Смотрите, что здесь? Немножко по тому, как формируется, как начисляется доход. Вот смотрите, вот вы наверху, да, вы пригласили своих партнеров, да, каждый из них научился организовывать свой личный товарооборот, пригласил своих партнеров, и каждый находится на определенной ступеньке карьерной лестницы компании Reflame, да. То есть так как у вас сумма личных товарооборотов 13 950, да, то есть вы все равно 22% группа, выше нет, да, вы 22% группа, вот. И компания Reflame, как выплачивает доходы? То есть получается, компания выплачивает доходы, это межуровневая разница. Сейчас. Межуровневая разница. Вот. То есть это тот же самый слайд, который был, да, то есть это все партнеры наши, да, Костя, Маша, Леша, Ира, Валя, Света, Миша, только слайд немножко в другой форме. Вот вы, 13 950, 22% группа. У вас Костя. Да, у вас Костя, у Кости еще команды своей какой-то нет, он сам личный заказ свой сделал на 200 бонус баллов. И компания Reflame как выплачивает эти деньги? То есть смотрите, Костя за то, что он сделал свой личный товарооборот на 200 бонус баллов, компания Reflame выплачивает ему в соответствии с нахождением его на этой ступеньке. То есть да, какая у нас там квалификациям. 150 бонус баллов – это 3% группа. То есть Костя, компания Reflame выплачивает 3% за его работу. За то, что он организовал товарооборот порядка 5000 рублей, компания ему выплачивает доход 3% за то, что он находится на такой карьерной ступеньке. Вот. Это понятно, да? И дальше, то есть доход всегда начисляется снизу вверх. То есть сначала ниже стоящим, потом идет выше, выше, выше. Вот. Так как вы, да, создаете для компании, делаете организационную работу, да, вы уже являетесь директором, как компания вам выплачивает? То есть компания Кости выплачивает 3%, а дальше компания выплачивает межуровневую разницу. То есть если вы находитесь на 22%, Кости у вас находится на 3%, здесь нужно сделать простое действие. 22 минус 3, красненьким выделено, да, вы получаете 19%, 19% от товарооборота, который организовал Костя. За то, что вы Костю пригласили, во-первых, за то, что вы Костю научили делать личный товарооборот, да, научили, обучили, вырастили, да, вырастите из него директора, работаете с ним. Вот за эту работу компания вам выплачивает 19% всего товарооборота. То есть сколько это, ребят, по деньгам? Давайте посчитаем. Ну вот 200 бонус баллов, да, умножим, чтобы по цифрам было понятно. Да? Вот я прям себе на листочке тоже рисую. Да? 200 бонус баллов мы умножаем на 52 за балл. Сколько получается товарооборот? 200 умножить на 52. Получается, товарооборот Костя организовал порядка 10 400. Так у вас получается? То есть, какой у Кости товарооборот, да, вопрос был?
200 умножить на 52 за балл, получается 10400. Костя научился организовывать 10400, да? Там, либо сам, либо своей командой, да, я сейчас не буду углубляться. Общий его товарооборот 10400. Да, все правильно, план. Вот, 10400. А вам, Косте, компания заплатила с 10400, она ему выплачивает 3% за то, что он находится на этой лестнице успеха, да, 3%. Но суть даже не в этом. Мы уже считали вот этот процент. А сейчас интересует, сколько вам компания выплатит за то, что вы пригласили Костю и научили его делать личный товарооборот. То есть нужно посчитать, получится, да, сколько получится. Не знаю. С 10400 взять 19%. 19%. Сколько будет, ребят? Сколько вам компания выплатит деньги за это? Мы тоже посчитаем. Да, Руслан, все правильно. Надежда, у вас какой вариант? Анастасия, у вас какой вариант? Ага, у Насти тоже столько же. 1976, у меня точно так же получилось. То есть вам, как вышестоящему наставнику, компания вот за эту организационную работу, с работой вашего новичка, вашего консультанта, выплатит 1976 для начала. Да, 1976. Согласитесь, у вас новичков будет много, да? Мы пришли все сюда создавать команду, да? Учить людей тому, чему мы сами умеем, да? Соответственно, вот у вас есть Костя, да? Вы научили его работать, научить да, приглашать людей, обучаться, проводить личный товарооборот. Вы пригласили еще Машу. Это ваша вторая группа, Маша. У Маши своя команда и групповой товарооборот 500 бонус баллов. То есть она на 6%. Сколько вам компания выплачивает за то, что у вас есть Маша? Ребята, сколько? Как мы считаем? Компания выплачивает межуровневую разницу. Да? Разницу между уровнями. Вы на 22, Маша на 6. Сколько получается? Давайте, какие мнения? Кого какие мнения? Сколько получается? Что здесь, как здесь нужно посчитать? Так, еще варианты. Костя, Руслан, молодец. Быстро считаешь. Так, уже цифры пошли. Настя уже в цифрах считает. Так, сейчас мы проверим. Так. Да, то есть все правильно, ребят. 16% получаете вы за то, что пригласили Машу, да, за то, что работаете с ней, а у нее в свою очередь есть своя команда и свой товарооборот. Да? Так, сейчас мы Настю проверим. Давайте теперь в рублях. Сколько в рублях вы получите за то, что у вас есть Маша? Вот за этот товарооборот. Настя уже предположила, уже цифру написала. Сейчас мы эту цифру проверим. То есть, как мы это считаем? Как мы это считаем? 500 бонус баллов у Маши умножаем на 52 за балл. Получается товарооборот у Маши 26 тысяч. Да? Да. 26 тысяч товарооборот. И берем с него процент. 26 тысяч товарооборот. И 16%. Да? Кого какие варианты? Ага, Тамара включилась. Тамар, мы вас ждали. Вы куда отходили? Все правильно. У меня точно так же получилось, как у Насти, как у Тамары. Да? 4160. То есть компания Reflame за такую работу, которую вы проводите со своим одним новичком, который у вас в первой линии зарегистрирован, да, непосредственно, с вторым новичком, которого вы зарегистрировали, вам компания с их групп будет выплачивать вот эти деньги.
Да, то есть здесь получается 4000 уже, да, сумма уже значительная, да, это уже не, сколько там у нас получилось? 1976, да, сейчас 4 уже. Что идет дальше, да? То есть понятно, что компания Replay нам платит за обучение наших партнеров. Не только за приглашение, но и за обучение. Чтобы росла команда, чтобы росли товарообороты. И вы заметили, что вот если вначале, да, кажется 19%, да, если у вас 3% группа, если у вас еще одна 3% группа, вам компания Replay выплачивает 19% с этих групп, да, большой процент. Но на самом деле нужно понимать, чтобы не сбивало это, да, новичков, потому что новичок может подумать, о, 19%, как много, да? И нужно понимать, что 19% с какой цифры? 5000 или со 150, да? А здесь уже, извините меня, товарооборот, да, у 6% здесь 26 тысяч, да, у Маши организован. Так, ну, давайте идем дальше, да, давайте дальше, давайте, знаете, как посчитаем, чтобы было понятно. Сколько заплатит вам компания за то, что вы пригласили Свету? Света, она на 18%. Давайте в денежном эквиваленте. То есть у вас есть 18% группа, там есть свои новички, да? У Светы 6000 бонус баллов. Хорошая такая цифра. Сколько получите вы за то, что у вас есть 18% группа с этой группы? Давайте посчитаем. То есть получается сколько? Финансисты считают. Так. Как считаем? Так, уже у Насти есть вариант. Так, у меня еще его нет. Сейчас будет. Сейчас он будет. И мы проверим. Так, еще. Ага, так, у Руслана есть вариант. Так, Тамара посчитала? Посчитали? Тамара еще считает. Ребята, у меня получилось точно так же, как у вас. 12 480. Уже солидный доход, да, и это все за 3 недели, то есть только с одной группы. Да? То есть понимаете, что чем шире, чем больше групп у вас в ширине, тем, собственно, и больше дохода. Но суть в том, что не маленькие группы, да, не трехпроцентники новички, да, а уже хорошие группы, которые приносят большой товарооборот. Вот здесь мы считали, да, 18% группа, если бонус балл взять за 52 рубля, это 312 тысяч уже товарооборота. И вот, собственно, вот так компании выплачивают. То есть всегда часто мы говорим, примерно 10% компании выплачивают. Суть межуровневая разница. То есть вот так все это идет. И посчитаем, сколько здесь групп. Да? Костя, Маша, Леша, Ира, Валя, Света, Миша. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть у вас 7 групп. Да, вот с таким хорошим товарооборотом. Ну и, собственно, мы с вами практически посчитали, сколько будет. Да? То есть здесь сложить вот все эти цифры, да, 12 тысяч, там другие цифры, 2600, 1000, там с кем, 1900 было. И получается ваш общий доход. Да? Вот вам и, как говорится, и продажи, вот вам и каталоги, и губнушки, и помадки. Вот оказывается, в чем суть. Да? Суть приглашения людей, их обучение и обучение к тому же, в принципе, чему и вы сами научились. Да? Покупать себе, научиться организовать свой личный товарооборот, найти в своем окружении, так скажем, потребителей, если вы сами, да, не можете себе позволить сделать заказ, там, к примеру, на 5000 рублей, да, 150 баллов организовать, то найти в своем окружении нескольких человек, которые у вас с удовольствием будут по каталогу или будут покупать по вашей потребительской цене со скидкой. И причем, если дать человеку один раз сказать со скидочки возьми, второй раз со скидочки, третий раз, ну, я думаю, он привыкнет и будет вашим постоянным клиентом. А ваша задача, да, вот приглашать людей и обучать их тому же самому. Вот. С этим, я думаю, понятно. Разобрались все, да, ребят? Разобрались.
Так, идем дальше. Идем дальше. И сейчас, да, то есть про это я сказал. Смотрите еще момент. Вот вы, да, слайд перелистнули. У вас есть консультант, который вот только пришел, вы его только пригласили, только зарегистрировали. Он сделал какой-то заказ, прошел по стартовой программе, к примеру. То есть человек сделал заказ в течение 21 дня, получит себе набор классный, да, там вот за 199 рублей подарит его кому-то. Вот это новичок, да, 100 баллов он организовал. То есть, примерно сделал заказ там 4 на 5 тысяч рублей, в зависимости, что он себе купил. Вот. Получит, так, нет, неправильно, да, какой процент получите вы, как вышестоящий спонсор, который его пригласил, сколько вы получите вот за то, что вы его пригласили? Он на нуле, да, то есть мы с вами смотрели, минимально это 3%, да, там, товарооборот 5000 рублей, 150 баллов. Этот человек еще не сделал 150 баллов, сделал 100, то есть меньше, чем компания Reflame предусматривает. Сколько получите вы, новички, вот что вы думаете? Какие есть мнения? Именно новички. Какие есть мнения? Или получите ли вообще? Получите, не получите. Как кто думает, ребят? Вы, у вас есть новичок, который вот прямо вот под вами, да? Вот, 100 баллов сделал вам заказ по стартовой программе прошел. Настя подсказывает. Да, все верно. То есть, неважно, не вышел он на первую ступеньку лестницы карьерной, да, лестницы успеха компании. Вы получаете тот процент, на котором находитесь. Да? То есть, вы директор, вы 22% группа, вы получаете 22% от своего новичка. То есть, 22% от 100 баллов, это примерно 22% от 5000. Сколько получится? Сколько получится? Посчитайте, пожалуйста. 5000 рублей, это 100%, 22 умножить на 5000. Поделить на 100. Да, у меня получилось 1100 ровно почему-то. Ну да, все правильно. То есть 1100 вы получите. 1100 за то, что вы человека пригласили, за то, что он сделал заказ, вам компания за это деньги заплатит. Вот. Так, с этим тоже все понятно, да, ребят? И смотрите, еще здесь же вопрос. У вас появился еще одна 22% группа. То есть вы сами на 22%, и у вас появилась 22% группа. Как же здесь быть? Да? Как же здесь быть? Как вы думаете, компания Reflame платит вам за выращивание 22% групп? Здесь же межуровневой разницы нет. То есть 0 получается, да? Вы на 22, у вас группа на 22, 0 получается по обороту. Как вы думаете, как здесь доход начисляется? Какие есть мнения? Просто подумайте, какие есть мнения. Я уже немножко об этом говорил. Я думаю, тоже, наверное, в принципе, понятно. То есть у вас 22% группа появилась, да, то есть человек, который научился приглашать людей, их товарооборот там 300-350 тысяч, он у вас в команде. Да? То есть группа на 22 вышла. Вы тоже на 22. Как здесь быть? Как здесь быть? Какие мнения, ребят? Давайте тогда мнения свои. Знаки вопроса ставьте, если не знаете. Или предположения. Давайте, я жду от вас связи. Какие здесь мнения? Ну, до автомобиля на самом деле еще рано. Компания Reflame действительно, да, дарит автомобиль. Есть автопрограмма за выращивание 6-22% групп. Да, вперед немножко забежим. За выращивание 6-22%. Смотрите, на самом деле... Как я уже говорил, да, выгодно нам выращивать из каждого партнера директоров.
Даже если у вас появилась 22% группа, смотрите, сейчас я вам объясню. Если у вас в персональной группе, да, товарооборот общий 250 тысяч рублей, 250, 300 тысяч рублей, и если в бонус баллах это 7500, то есть в общий, да, неважно у вас сколько групп, у вас может быть 10, 12 или 6 или 2 группы, и с каждым, да, там, с товарооборотом с большим. Вот. То вы выходите, у вас квалификация директор, да, вы 22% группа. Если у вас появился в структуре еще 22% группа, да, и помимо нее у вас есть 7500 в персональной группе бонус баллов, то вам присваивается квалификация старшего директора. То есть и компания с этого момента, когда у вас появилось вот это 22%, начинает платить вам за то, что у вас появилась 22% группа, но не по правилу межуровневой разницы, да, а начинает платить вам бонусы. То есть, когда у вас появляется 22% группа в команде, вам компания начинает выплачивать бонусы. Да, мы говорили сейчас об объемных скидках, да, межпроцентный уровень – это доход объемных скидок. А это уже бонус. Появилась 22% группа, и существует несколько видов бонусов. Да, но так как вы вперед забежали, про 1000 долларов сказали, немножко, видимо, этот, где-то что-то я упустил. $1000 компания Reflame выплачивает за то, что вы выходите на директора. То есть у вас еще директоров нет, а общий товарооборот вашей команды 7500 бонус баллов. То есть, к примеру, у вас 17% группа, да, вот как здесь на слайде, 6000 бонус баллов. И, к примеру, у вас 15% группа. Да, 4000 бонус баллов. Вот, получается 10 тысяч бонус баллов, то есть все, что от 7500, вы директор. Вот это понятно, да, наверное, ребят? Вам компания за выход на директора выплачивает уже, то есть по правилу межуровневой разницы деньги все считаются, да, вот как мы сейчас здесь считали, да, то есть тот уровень, на котором вы находитесь, 22, минус тот уровень, на котором находится у вас новичок. Получается ваш доход с одной структуры. Потом тоже, точно так же ваш доход с второй структуры, ваш доход с третьей структуры, по правилу межуровневой разницы. Вот. Когда появилась 22% группа, вам компания еще плюс с нее начинает выплачивать бонусы. Бонусы и, собственно, премии, когда эта группа продержится 8 каталогов. Сейчас об этом тоже мы поговорим. Там где-то это все есть. Вот так, это ответы. Вот, а как формируется доход? Бонусы. Да? Какие бывают бонусы? Бонусы уже с того момента, когда у вас появилась 22% группа. Смотрите, вот вы, да, написано, мы 22. У вас есть Миша, у вас есть Маша. У каждого из этих партнеров 7500 бонус баллов в персональной группе. То есть примерно там, товарооборот 250-300 тысяч рублей. У Миши 300 тысяч рублей и у Маши 300 тысяч рублей. Вот. Миша когда-то был 3%, да, на 3% находился, но товарооборот был 5 тысяч. Потом он вышел на 6%, потом на 9%. Людей стал приглашать, люди что-то стали покупать, партнеры стали приходить. И он по процентному уровню стал расти. И потом он стал 15%, 18%, и потом вышел на 22%. Да? И с этого момента, когда он вышел, компания вам сразу же в этот же каталог, когда группа выходит, начинает платить бонус. Вообще бонусов есть несколько видов. Первый – это бонусы, которые… Называется он директорский бонус, когда у вас в первом уровне появилась 22% группа одна. Да? То есть вы получаете 5% бонус с этой группы. То есть сколько это, ребят? То есть это не по правилу межуровневой разницы, да? А вы получаете 5% от товарооборота, от объема продаж. Мы с вами говорили, то есть на директоре товарооборот может быть 300 тысяч, он может быть 500, а может быть и 700. Вот. То есть, если взять 300 тысяч, да, на директоре. Давайте, сколько будет 5% от 300? Сколько будет? Давайте.
3000, так, 300 тысяч рублей, 100%, и вы получаете 5% от этой суммы. Да, все правильно, Руслан. То есть вам компания начинает выплачивать 15 тысяч рублей за то, что у вас появилась 22% группа. И как мы с вами уже говорили, это группа, которая работает самостоятельно, то есть вам присваивается через 8 каталогов, да, так как вы держите этот уровень квалификация директор, да, ну не вам, а вашему, да, партнеру, который выше на 20. А вам при закрытии его звания присваивается квалификация старший директор. Ему компания выплачивает премию $1000, как вам когда-то, а вам, так как вы вышестоящий, вам компания выплачивает $1500. Да, и с этого момента, пока у вас группа вышла, вам компания начинает платить, так скажем, уже пассивный доход, да, 15 тысяч рублей. То есть человек уже работает самостоятельно, вы с ним не работаете, это не ваша персональная группа, потому что директор это уже человек, который работает сам, он знает, как все это работает, собственно, ему не нужна помощь. Он прошел каждую ступеньку лестницы успеха, вот, и вам компания выплачивает 15 тысяч. Ну как вам такая сумма? Как вы думаете, выгодно все-таки обучить человека или все-таки лучше, чтобы набрать больше 3% и зарабатывать с 3%, к примеру, да, даже не то, что неправильно, не то, что с них зарабатывать, а компания выплачивает, да, а вам за работу группы, которая находится на 30, на 3%, 19%, или все-таки лучше получать 5% с директорской группы? Как вы думаете? Как вы думаете? Может быть, проще много людей набрать и не обучать их? Или все-таки выгодно обучать? Ребят. Ну, конечно, выгодно обучать. Так ведь? Потому что, во-первых, у вас доход увеличивается, то есть 15% в группу вам выплачивают. И плюс вы сами растете по лестнице успеха. Дальше будет слайд тоже там по званию. Вы еще и премию получаете единоразово за то, что, собственно, помогли вашему человеку выйти на уровень 22. Вот. А дальше, да, понятно вот этот момент? То есть 5% это с первого вашего уровня, с первой вашей линии вы получаете. Дальше, когда вы пригласили Машу, да, Маша стала тоже работать. Понятно. Маша стала работать, пригласила Настю. Как здесь выплачивается? Смотрите, Маша пригласила Настю. Маша компания выплачивает 5%, так как Настя у него, у Маши в первой линии. А вам компания начинает от Насти за то, что вы пригласили Машу, выплачивать 2% со второго уровня, то есть золотой бонус. То есть золотой бонус вам выплачивается уже со второго колена. То есть, если у вас две группы в первой линии есть, вы золотой директор, и вам уже компания выплачивает с глубины, то есть золотой бонус, глубины со второго колена. Понятно вот этот момент? То есть 2% золотой бонус. То есть это 2% от товарооборота Насти. 2% это уже, да, поменьше. Многие заметили, скажут 2%, а вон там еще какие-то цифры, еще меньше. Но здесь и меньше, собственно, ваша личная работа, потому что вы лично пригласили Мишу и Машу. Настю вы можете, могли вообще не знать, ребят. С Настей работала Маша, она находится у нее в первой линии. Вот. Поэтому, собственно, вам компания выплачивает 2% бонус. Это хорошие деньги, особенно в течение времени вот этих бонусов будет очень-очень много директоров, которых вы, в принципе, не будете знать. Поэтому бизнес компании Reflame, это как, так скажем, это не работа, да, это бизнес, и это такой на длительную дистанцию на марафон. То есть важно и приглашать людей, научиться это делать, научаться работать с ними, обучить этих людей с течением времени. Вот. Так, понятно это тоже, да, 2%. Дальше с третьего уровня, когда у вас уже в ширине 4, да, когда вы сапфировый директор, то есть в первой линии у вас 4 директора, с глубины вам компания с третьего уровня выплачивает 0,5% сапфирового бонуса. С четвертого колена 0,25 бриллиантовый, если вы находитесь в квалификации бриллиантового директора, да, то есть с четвертого колена вы получаете. И если вы
дважды бриллиантовый, да, с пятого колена вы получаете 0,125, и дважды бриллиантовый, это если у вас 8 групп в первой линии, да, директоров. То есть 8 22% групп. Если у вас 12 22% групп, вам компания дает с глубины с 6 уровня получать бонус исполнительный 0,0625%. То есть понятно, что это ваша работа здесь уже, да, намного меньше, да, проходит, нежели ваших партнеров. То есть, в первую очередь ваши партнеры обучают этих, а не вы. Но вам компания, тем не менее, за эту работу платит. То есть понятно, ребят, если вы пришли в Oriflame, то нужно понимать, что здесь нужно время, чтобы вам научиться, время, чтобы научить найти нужных людей, научить этих людей. Но, конечно, оно того стоит. То есть в конечном итоге эта цифра, это огромная цифра. Вот, понятно, вот это все проценты. Есть вопросы вот по процентам, по бонусам? Или нет? Ребят, давайте вопросы. Думаю, начать поздно. Нет вопросов. Все понятно. Ага. Так, идем дальше. Еще немножко осталось. Поздно начали, поэтому так немножко со временем уже. Смотрите, этот слайд тоже пролистну, потому что мы с вами этот межуровневый разницу разобрали, да, кто кому платит и что откуда идет. Не будем на это время тратить. Вот смотрите, пример по цифрам, да. Групповой товарооборот у вас 7500, вы 22% группа, и у вас в первой линии один человек, да, вышел на 22, Миша, Маша вышла на 22, Толя на 22, Саша, Аня, Валя. Это, возможно, произошло не через год работы, возможно, это произошло через 3, через 4, да пусть даже через 5 лет это произошло в вашей работе. А сколько же вам компания здесь выплачивает, да, с этих групп первой линии? То есть, во-первых, ребят, сразу скажу, за каждую 2% группу вам выплачивается премия, то есть за то, что вы сначала вышли, вам $1000 выплачивается, за то, что Миша у вас появился, вам выплачивается $1500, Маша $2000, Толя 3, Саша 4, Аня ничего, Валя $6000. То есть $6000 это у вас когда 6 директоров, вы получаете в комплексе, да, за каждую группу вот такие цифры, 17500 тысяч долларов, это примерно 950 тысяч рублей, то есть примерно миллион, просто по премиям, да. Миллион по премиям, и суть в том, что эти группы работают уже самостоятельно. Даже с уровня золотой директор, когда две у вас группы, да, вам не нужно уже никакой персональной группы, у вас есть две группы, вам идет уже пассивный доход. Многие люди получают хорошие доходы на уровне золотого директора, например, там 70-80 тысяч, да, и выше. Собственно, могут приостановить свою деятельность, если деньги больше не нужны. Да. Все зависит от запала, от человека, желание, вот, собственно, кому-то это будет достаточно, кому-то будет недостаточно, он будет приглашать людей, обучать их и первым уровнем делать 22% группы и зарабатывать больше миллиона, как это у нас огромное количество людей такие деньги зарабатывают на самом деле, да, это есть топ номер один Владимир Полежаев, ребята, у него больше 22% 20 групп в первом уровне. Он позвонит, если честно, если старички есть, подскажите, честно, я не помню. Топ номер один в России, то есть человек не когда-то там, не так давно они развивались и получили огромные доходы от компании Oriflame. Вот, собственно, каждый это может сделать. Неважно, кто пришел первый, кто второй, суть, кто сделает первую линию свою. Вот, собственно, если вот здесь посчитать, да, вот на бриллиантовом директоре доход примерно там около 150-200 тысяч рублей, вот по цифрам, да, здесь тоже это все видно, можете прям посчитать, сколько откуда идет, то есть даже если взять товарооборот у каждой структуры, здесь 300 тысяч рублей у каждого директора, да, как мы посчитали, 15 тысяч от каждой структуры, то есть от каждой, от Мишиной мы получаем 15 тысяч, от Машиной 15, 30, да, получается, 60, 90, ну и здесь, да, почему-то побольше получилось. Получается 120 тысяч рублей. Плюс, опять же, глубина будет. Если вы уже бриллиантовый директор, то понятно, что у ваших директоров есть уже по несколько уже директоров. То есть вы уже с глубины со своей получаете. Да? Вот. Поэтому оно того стоит, ребят, чтобы работать со своими партнерами.
Ну, тоже пролистываю, да, потому что мы с вами все это разобрали, времени уже много, наверное, уже устали. Еще, что хотел бы сказать, условия начисления дохода. Для того, чтобы зарабатывать все эти деньги, да, в компании есть несколько условий. Первое, это личный товарооборот от 150 бонус-баллов, то есть я это делаю, Таня делает, многие из вас делают, партнеры. То есть нужно научиться делать 150 бонус-баллов лично. А дальше это межуровневая разница. То есть, чтобы была межуровневая разница у вас. Собственно, это, да, как это решается, просто приглашать людей. Дальше. Если вы уже директор и выше, да, личный товарооборот от 200 бонус-баллов. Тут уже возможность получения бонусов со структур состоит. Директорский, золотой, сапфировый, бриллиантовый и прочее. Ну, за закрытый уровень вы получаете премии, о которых я уже сказал. Вот, что еще? Что еще? Так, с уровня бриллиантовый директор, да, уже сказал об этом, имеется у компании автопрограмма, то есть компания дает возможность получить авто премиум-класса стоимостью больше 2 миллионов от компании, то есть компания выплачивает лизинговые платежи, каждый каталог за вас, вот. То есть там есть определенный план, но все достаточно гуманно, и все, кто выходит на уровень бриллиантового директора, пользуются и берут машину. В нашей команде, команде продвижения уже много машин. У Долженко это Volvo XC60, S60 у Пикнидеров, а у Надежды Санниковой это Mercedes не так давно, вот, да, девушка его взяла. Собственно, ребят, если хотите машину такую дорогую, да, на нее можно заработать в Oriflame. Я думаю, на заводе где-то очень сложно будет заработать на очень дорогую машину, не имея больших средств и каких-то там связей. Вот. Собственно, это бизнес, который можно развивать параллельно. Возможность путешествовать с уровня уже менеджера. Существуют менеджерские конференции. Следующие в Хорватии в 2018 году. У нас человек один проходит квалификацию сейчас по команде. Это очень классно. То есть весной кто-то будет работать, а кто-то полетит в Хорватию. Золотая конференция с уровнем золотого директора в Испании в 2018 году компания наша проводит. Бриллиантовая в Сиднее. И ежегодно проводится банкет директоров для новых директоров. Поэтому выходите быстрее на уровень директора. Будем с вами встречаться на банкетах директоров. В Олимпийском он был в этом году. Очень классно, очень весело. Звезды там выступают. Вера Брежнева была. Вас чествуют, поздравляют, с чеками ходите. Ну, собственно, конечно, это прям очень классно. Девчонкам особенно очень нравится. Вот, собственно, план успеха огромный. Для каждого есть своя премия, начиная от 1000 долларов. Для каждого есть путешествие, для каждого найдется свой автомобиль, ребят. Поэтому нужно, собственно, учиться этому бизнесу и делать. Вот. Номер передается по наследству. Таких примеров огромное количество, когда человек уходит из жизни, и компания номер передает близкому родственнику, либо, если это семейный номер, тому партнеру по на семейном номере. Это тоже классно, потому что бесследно это не останется, эта работа, да, даже если что-то получается, переходит либо детям, либо родственникам, близким. Вот. Что еще? Да, пора пассивный доход, я сказал. В Oriflame есть большое людей количество, которые сейчас не работают, собственно, активную деятельность не ведут, и тем не менее зарабатывают хорошие деньги. Недавно вот наши спонсоры Родионова ездили в Болгарию, там много разных лидеров у нас есть. Это Ольга Кибис, которая активно сейчас не работает, да, получает хорошие деньги от компании Reflame. То есть просто это как пенсия шведская. Компания за проделанную работу выплачивает деньги. Вот. И опять же, Крачковский, как фамилия-то, сапфировый директор, получает тоже хорошие деньги, купил квартиру там, живет с видом на море, радуется жизни. Вот. То есть это уже с глубиной, с хорошей, что у вас в структуре директора, да, это не говорим мы об одной линии директоров, а большой команде, крепкой, надежной команде. Вот. Собственно, здесь все это есть. Мы находимся в квалификации директоров, несмотря на это, да, товарообороты большие у нас по команде, там примерно 700-800 тысяч, то есть доход достаточно хороший для нашего города. Вот. Желаем вам, ребят, тому же самому. Готовы вам тоже в этом помочь, подсказать. Поэтому, если какие-то вопросы возникают, вы пишите, задавайте. Да, и, собственно, нужно просто разобраться. Вот. Ну и дальше, да, компания платит за создание товарооборотов,
Условия начисления зарплаты – это 150 личных баллов. Да? Зарабатывать можно очень много, как вы поняли, да, то есть безгранично. Вот, деньги выплачиваются через расчетный счет ИП, то есть партнер, который пришел, открывает ИП не сразу, а с момента там, уровня 18% менеджера или директора, компания уже деньги переводит все на счет. До этого момента денежки будут в личном номере, да, ими можно оплачивать заказы какие-то. Вот. Что еще? Что еще? Давайте, ребят, вопросы, если есть. Быстро сейчас пробежались. Давайте, есть вопросы у кого? Все понятно.